Уважаемые друзья, дорогие зрители, мы рады приветствовать вас на канале компании «Купи салон». Меня зовут Алексей Крыловецкий, и вашему вниманию в этом видеоролике я представляю очередной проект нашей компании – перетяжку премиального шикарного автомобиля Mercedes GLS. Как всегда, посмотрим на то, как мы выполнили эту работу, а для этого заглянем вовнутрь. Дорогие друзья, как я и сказал ранее, в этом шикарном автомобиле Mercedes GLS мы перешили салон. Самым популярным на текущий момент является вариант перетяжки под оригинальный салон с шильдиками Дизинья. И поэтому вы можете наблюдать на этих передних сиденьях, сиденьях второго ряда, сиденьях третьего ряда, а также на дверных вставках и дверных подлокотниках натуральную кожу Nappa. Именно такую, как использует Mercedes в своих премиальных модификациях автомобилей GLE, GLS и других. Естественно, в центральной части мы отстрочили сначала декоративную перфорацию. Как всегда, сгруппировали дырочки ромбиками ровно так, один в один. Точная копия того, как это делает завод-изготовитель. Само собой, отстрочили декоративный ромбик ниткой, а дальше добавили контрастную карамельно-рыжую отстрочку и кантик, а также фигурную перфорацию на так называемой шлейке по периметру сидений. Само собой, добавили шильдик Дизинья на спинке, и у нас получился шикарный салон. Итого, весь объем работ, который традиционно заказывают у нас официальные дилеры, а эта машина одна из тех, которые еще пока не приобретены, и поскольку мы работаем с официальными дилерскими центрами, нам доверяют переделку новых автомобилей. Однако лично мне персонально кажется, что в этом автомобиле проведен не весь комплекс работ, который было бы здорово увидеть в этой машине. Например, с завода здесь перешита верхняя панель торпеды. Перешита она искусственной кожей Арктика с грубым рисунком. Здесь можно заметить контрастную карамельную нитку. Именно под нее мы подбирали цвет декоративных кантиков и отстрочки на сиденьях, дверных вставках, подлокотниках. Само собой, нитки идеально совпадают. Но совпадает ли текстура материала? Обратите внимание, мы добавили свой авторский взгляд на изготовление вот этой декоративной шлейки. Дело в том, что с завода основа, то есть то, что видно сквозь дырочки, она исполнена из кожи того же цвета, что и весь салон, то есть черная. Мы же решили, что контрастная подложка в цвет декоративного кантика и нитки будет выглядеть более достойно, премиально дорого. Вот небольшое такое отступление от оригинала, которое предложили наши дизайнеры. А как вам такое решение? Оставьте свои комментарии к этому видео, выскажите свою позицию. Нравится ли вам такое сочетание текстурной кожи на верхней панели торпеда и натуральной кожи Nappa с гладким рисунком на сиденьях и остальных деталях, которые мы перешили? А мы будем рады осветить вопрос перетяжки верхней панели торпеда в следующих наших видео. Уважаемые зрители, этот проект мы завершили. Сейчас эта машина будет устанавливаться на эвакуатор и поедет в официальный дилерский центр. Ведь наша компания сотрудничает с большим количеством дилерских центров, тюнинг-ателье. Но если у вас есть желание задать нам вопросы касательно этого проекта, может быть, своего автомобиля, не стесняйтесь, сделать это просто. Достаточно написать комментарий, обязательно лайкните нас, подпишитесь на наш канал. А следить в ежедневном режиме за тем, как именно делается эта красота, очень просто. Подписывайтесь на другие наши социальные сети: Instagram, ВКонтакте, Facebook и drivetoo.ru. Все ссылки есть в описании. Удачи, пока!